Привет, YouTube! Друзья, в сегодняшнем видео я хочу вам показать, как сделать лук со стрелой из шариков ШДМ. Если интересно, то давайте начнем. Итак, для того, чтобы сделать лук, нам понадобится один ШДМ 360 размера. У меня вот есть синий, вы можете использовать любой цвет. И 3 ШДМ 260 размера. Цвета также могут быть различными. Так, давайте для начала сделаем сам лук. Для этого берем 360 шарик, растягиваем его и надуваем. Надуваем не до конца. Оставляем ненадутый кончик на 4 пальца. Завязываем. Делаем маленький пузырик. Поворачиваем его через швы. Делаем еще один такой же пузырик. Также его сворачиваем. Теперь делаем пузырик с этой стороны. Теперь берем шарик 260 размера, который мы будем использовать как тетиву, и оборачиваем вокруг 1300. Вернули, затягиваем и оборачиваем. Лук у нас почти готов. Давайте теперь сделаем стрелу. Для этого берем шарик 260 размера. Я использую золотой, вы можете использовать любой цвет. Также растягиваем его и надуваем. Надуваем не до конца. Оставляем надутый кончик где-то на 7 пальцев. Завязываем. Делаем маленький пузырь, сворачиваем его в пинчвист, делаем еще один пузырь, также его сворачиваем, делаем еще один пузырь, и еще один. У нас получилось 4 печки. Распределяем. Шарик выпрямляем, чтобы стрела у нас была ровная. Теперь берем еще один шарик 260 размера. Также его растягиваем и надуваем. Надуваем не до конца, кончик оставляем на 4-5 пальцев. Завязываем, делаем пузырик и где-то на 5 пальцев. Берем наш лук,
и оборачиваем вокруг. Здесь делаем стружку и оборачиваем вокруг. Делаем еще один оборот. И отрезаем также делаем стружку. И также оборачиваем вокруг. Здесь можно сделать петлю. Наш лук готов, стрела готова. Можно спокойно выходить на охоту. Все замечательно работает. Если понравилось видео, то ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!